שבוע טוב לכולם. הייתה לנו שבת נפלאה, ועוד מעט אני נפרד מכם. היום אנחנו מתחילים לקרוא את פרשת קורח, ומפרשה זו אנחנו למדים כמה קשה עונשה של מחלוקת, כמה גדולה וחשובה השלום בישראל. Сегодня мы начинаем читать недельную главу Корах, из которой мы учим, как тяжело наказание за раздор и как важен мир среди евреев. Котев Раши, что в кола аверот шева Тора эйнам неэнашим эла бней юд гимал шаним. Бемешпат шел мала рак мэсрим шана, авал баавон амахлокет гам атаф. נאסף אפילו ילדים נאנשים. Пишет Раши, что за преступление, за грех раздора наказываются люди в любом возрасте. Если за другие преступления наказываются, начиная с 13 лет, с возраста бар-мицва, и в том, что касается наказания со стороны Всевышнего с 20 лет, то в том, что касается запрета раздора, наказание следует... Наказание получают все, вне зависимости от возраста, даже самые маленькие. Рабейну Хаим Витал, талмидо агадол шел Ари акадош, ву алия зе, шеханик эт Торат Ари лаолам куло, ад соф кол адорот, котев бесефер ликутей Тора, паршат шофтим, давар мадхим, мадхим вегам мавхил. Рабейну Хаим Витал, ближайший ученик Аризаль, он тот человек, который передал миру учение этого великого каббалиста, пишет в комментарии на недельную главу Шофтим потрясающую и пугающую вещь. Ала пасук ки епалем эмха давар бен дам ледам, бен нега ленега, векамта ваалита эл хамаком, הביא הארי שכתוב במדרש שבשעת חורבן הבית שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא שאלה קשה ונוקבת. Он пишет, что на стих, если скроется от тебя что-то в суде между кровью и кровью, между различными видами язв, говорит он, приводит он мидраш, что во время разрушения храма пришли ангелы ко Всевышнему и задали очень тяжелый вопрос. Шалу амалахим эт кодеш боху, ата амул лакаем эт торатха, ата амарта мицва шел кисуй адам, вешафах эт дамо вехиса баафар, והרי דמם נשפח כמים ואין קובר. לא קיימת את המצווה של כיסוי אדם בשעת חורבן הבית. Написано, что нужно покрывать кровь прахом, да, землей во время того, когда убивают животное, да, во время шкиты. Так, а тут вот люди умирают, и кровь их течет, и некому прикрыть ее, и ты сам не выполняешь то, что написано в твоей Торе, и не... прикрываешь эту кровь, и людей некому похоронить. И есть заповедь, что нельзя забивать животное вместе с его ребенком в один день. А тут, говорят ангелы, есть много примеров, где человека убивают вместе с его детьми в один день, да, и ты не выполняешь то, что написано в Торе. Ваот шалу бейн нега ленега, лорак бейн дам ледам. Ало бепаршат негаим кату, шекодем мефаним эт абайт, ворак ахар ках акохен метаме эт абайт, кедей лахацил эт акелим, ואתה לא קיימת. הרי בית המקדש וכל כליה עולים באש.
אפילו את הכלים, את כלי המקדש לא הצלת. В том, что касается язв, написано, что прежде всего выносят всю утварь из дому, и только потом приходит Коэн и объявляет этот дом ритуально нечистым. А здесь такого не произошло, да, и вот храм, твой дом, он горит в огне вместе со всей утварью, которая там есть, и ты не спас утварь. מה ענה הקדוש ברוך הוא לשאלות הקשות האלה? ואת התשובה הזו גילה הארי. И Мидраш не приводит, что же Всевышний ответил на эти тяжелейшие вопросы, но ответ приводит Ари Акадош. אמר הארי, כי יפלא ממך דבר בין דם לדם, בין נגע לנגע, זה רומז לשאלות הקשות שהזכרנו. מה התשובה? דברי ריבות בשעריך. בגלל המריבות והמחלוקות שיש ביניכם. כל המצוות האלה הם ביטוי מה למידת הרחמים. אבל בשעת מחלוקת יש רק מידת הדין. ומידת הרחמים נעלמת. И ответ состоит в следующем, что так как эти заповеди, они выражение меры милосердия, да, те заповеди, которые связаны с кровью, да, с тем, чтобы прикрыть кровь. А в момент, когда наступает раздор, мера милосердия полностью скрывается и остается только мера суда. И поэтому не исполняется то, что сказано с прикрытием крови. Хадор шала вотейну лифней 70 шана яда гам ху хорбан. ואני בטוח שמלאכי השרת בשמיים שאלו את אותן השאלות ומן הסתם התשובה הייתה דומה. וגם אנחנו יודעים הרבה כאב והרבה צער. הדבר הראשון שצריך לתקן זה להרבות בשלום ולברוח מן המחלוקת. פקליני נשך עצוב, 70 לת נזד, זנה לה שתות הכויה, что такое катастрофа, что такое разрушение. И я уверен, что ангелы задавали те же вопросы Всевышнему по этому поводу. И сейчас мы тоже знаем, что такое боль и страдания. И то, что мы должны делать, это по возможности, по мере сил уходить, убегать от раздора. מרבים שלום בעולם. И наша миссия в этом мире обучать Торе и приумножать мир, как сказано, мудрецы приумножают мир во вселенной. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. מה הפירוש ומה המשמעות של כלי מחזיק ברכה? Сказано, что не нашел Всевышний другого сосуда для того, чтобы содержать в нем благословение, кроме мира. И спрашивается, что значит сосуд, содержащий благословение, и почему это мир? Адам балаханут виклиби адол, вуху мевакеш менахен вани, тамалели это келим им шемен афарсамон, ויין המשומר, אבל עם הכלים שלו סדוקים ושבורים, הכל ילך לאיבוד. אנחנו צריכים כלים לקבל את הברכה. Человек приходит в магазин и просит торговца, пожалуйста, наполни мне мои сосуды, которые он приносит с собой, наполни мне их дорогим вином и отборным маслом. Но если в этих сосудах есть трещины, и они не цельные, то ничем их наполнить невозможно. Все выльется. Прежде всего, у нас должны быть подходящие сосуды для того, чтобы их чем-то наполнить.
והוא שאמרו חז"ל, לא מצא הקדוש ברוך הוא לישראל כלי מחזיק ברכה אלא השלום. Всевышний дает нам свое благословение и свое изобилие. Но нам, для того, чтобы принять его, у нас должны быть цельные сосуды, не испорченные. И это то, о чем говорят наши мудрецы, что Всевышний не нашел другого сосуда для того, чтобы хранить в нем благословение, кроме мира. Ашем оз ламо йитен, Ашем йеварех эт амо башалом, шир кулам шавуа тов. Всевышний даст своему народу мощь и благословит ему миром. И дай Бог, чтобы у всех была хорошая неделя.